Эту улицу, но это въезд Это Кишиневский напротив, у нас. напротив озера. Да, Ну, вот. где кооператив гаражный. Вот смотрите, какая тут дорога, прямо перед въездом в кооператив. Разве можно нормальным людям по такой дороге ездить? Ее полностью ремонтировать надо. Мы же не говорим за дорогу во всех дворах. Хотя бы вот этот основной участок, недалеко, чтобы в гаражи нормально заезжать. Да, потому что все убито. Водители за что нафиг налог платят вообще? Вот вы посмотрите, вот вчера у нас тут... Вот смотрите. Вот. Да, вот. 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 Давай, давай поближе. Вообще. Вот здесь так, тут ям. Любую машину можно убить. Это максимум, только внедорожник будет спокойно отреагировать, потому что он предназначен по таким ямам ездить. Но тут же не у всех внедорожники, извините. Ну да, такие у нас тут машины. Вот, 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 вот. Ямка, хорошая такая ямка, хорошая. Далее. Давай, вот эта ямка не намного хуже предыдущей. Это вообще просто замечательная ямка. А тут ну просто вообще хочется присесть и покакать вообще. Да, и они хотят еще туризм. А кстати, давайте посмотрим, как машина будет заезжать. Хотите? Вот мы сейчас прям вам здесь и в прямом эфире чуть ли не покажем. Если вы хотите. Вот смотрите, вот машина едет. Вот видите, по такой убитой, конченной дороге. Это здесь, на главной дороге города Бенды. Все, он нормально поехал, да? Да, давай. А здесь смотри, пошли ягодки. Посмотри, какие ягодки. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот теперь впереди. Вот тут вот. Ты даже своими ногами чувствуешь. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Вот эта вот дорога просто замечательная. Я вообще просто в экстазе от этой дороги. Oh, yeah. Да, в общем, приволокли зачем-то таз. Я видел это фильм зато в качестве... Знак поставили практически новый. Да. С той стороны его сними, чтобы было видно. Реально, он полностью новый. Да давай покажем. Короче, дорога конченая нахер. Вот знак, стоп. Ну все, вот такие вот у нас нравы здесь, на Кишиневской, пацаны. Короче, я делаю паузу. 3 июня, я не знаю, но ее не будут ремонтировать. Ни хера делать не будут, пацаны, ни хера.